Рейсовый автобус номер 10 сгорел в Новоалександровске. Это произошло днем 16 июня на выезде из планировочного района около железнодорожного переезда. Пассажиров в салоне не было. На помощь водителю пришли очевидцы. Торпеда загорелась под рулем. Я ему огнетушитель дал, не помогло. Он клеммы снимал, так и не успели потушить. Стихия быстро распространилась по салону. Сигнал диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона поступил в 14:27. Уже в 14:38 возгорание полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Теперь причины произошедшего устанавливают специалисты. Безопасность начинается с тебя. МЧС России. Сахалинец похищал машины для перепродажи. В мае у 30-летнего жителя областного центра с внутридомовой территории пропал отечественный автомобиль. Он обратился в полицию. Через 2 недели поступило еще одно заявление. У другого южносахалинца похитили мотоцикл. Поиски привели оперативников к 18-летнему жителю села Троицкое. Молодой человек угонял транспорт для последующей продажи. У него обнаружили и изъяли разыскиваемый мотоцикл. Машину фигурант успел реализовать. Тем не менее, правоохранители нашли покупателя и изъяли незаконно приобретенное авто. В полиции возбудили уголовные дела по статье «Кража». Также устанавливают причастность подозреваемого к другим преступлениям. В Долинском районе с поличным задержали браконьеров. Трое мужчин с ставной сетью ловили симу на реке Мануй. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 156 тысяч рублей. Орудие лова и рыбу у подозреваемых изъяли. Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области благодарит неравнодушных местных жителей за быструю реакцию на происшествие. Если вы стали свидетелем неправомерных действий, сообщите об этом по телефону 8, код города 4242. 49-20-49. Чужая кредитка привела южносахалинца на скамью подсудимых. В ноябре прошлого года дочь 48-летнего фигуранта нашла на улице банковскую карту и принесла домой. Платежное средство взял отец и пользовался им как собственным в течение нескольких месяцев. В предновогодней суете он успел потратить 54 тысячи рублей. Оказалось, владелица кредитки отдала ее своей дочери в пользование. Та успела израсходовать лишь часть лимита, прежде чем потерять карту. При этом мобильный банк к счету не был подключен. Пропажу денег потерпевшая обнаружила лишь когда посмотрела в приложении дату окончания льготного периода. Из 100 тысяч рублей на кредитке осталось чуть больше 100. Расследование этого уголовного дела завершено. Любителю пожить за чужой счет предъявили обвинение. Наказание ему определит судья. Когда гражданин находит чужую банковскую карту и отправляется с ней в магазин, оплачивая там свои покупки за чужой счет, надо понимать, что он совершает тяжкое преступление. Такой поступок содержит в себе признаки уголовно наказуемого деяния и квалифицируется как кража, совершенная с банковского счета, равно в отношении электронных денежных средств, за что уголовным законом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет. На Сахалине охранник ответит за присвоение чужого гаджета. 58-летний житель областного центра трудился на одном из торговых предприятий города. В апреле этого года при обходе территории мужчина нашел на снегу мобильный телефон. Он не попытался найти владельца техники, а присвоил ее. Злоумышленник недолго наслаждался смартфоном. Его задержали правоохранители. Согласно Уголовному кодексу, за кражу с причинением значительного ущерба
Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы. Дело уже направили в суд на рассмотрение. Житель областного центра может лишиться свободы за поджог автомобиля бывшей жены. Таким опасным способом 45-летний мужчина хотел помириться с любимой. В апреле этого года пьяный фигурант позвонил экс-супруге, чтобы попытаться восстановить семью. Разговор закончился очередной ссорой. Такой результат не удовлетворил южносахалинца, и он придумал план, как встретиться с дамой сердца лично. Для этого мужчина взял бутылку бензина, приехал к дому потерпевшей, облил колесо ее автомобиля и поджег. Это не сработало. Пожар привлек одного из соседей и сотрудников МЧС. В результате пылкий житель островного региона стал фигурантом уголовного дела. Если его вину докажут в суде, сахалинцу грозит до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на тот же срок.